Я убит под Оржевом в безымянном болоте, в пятой роте, на левом, при жестком налете. Это стихотворение Александра Твардовского посвящено Ржевско-Вяземской операции, которую историки называют Ржевской битвой, придавая ей статус одного из самых кровопролитных сражений в истории человечества. Потери составили более 2 миллионов бойцов, но Ржев так и не был взят. 3 марта немцы сами отошли от заранее приготовленных позиций. Фронт горел, не стихая, как на теле рубец. Я убит и не знаю, наш ли Ржев, наконец. До победы оставалось 798 дней.